Как установили сотрудники ГИБДД, водитель автомобиля Nissan 1989 года рождения двигался со скоростью около 70 км в час. Пешехода он увидел слишком поздно. Предотвратить наезд не удалось. Тормозной путь автомобиля составил 22 метра. Предположительно, на вид женщине 60-70 лет. Одета в темную одежду. Двигалась она со стороны вахты ХК в сторону города по встречной полосе. Сейчас дознаватели устанавливают личность погибшей и все обстоятельства происшествия.